Здравствуйте. Что ж поделать? О, какой вкусный торт! А кто его сделал? Я. Ой, что? Меня еще не отпустило? Ой, нет, пошли отсюда, быстро! Ленин. Эй, маленькие советские республики, сколько времени? 22 июня, 4 часа утра. А что? Гутен морген. Сейчас будет мясо. Ай, скучно. Алло. Алло, Беларусь? Если это Россия, и я не поднимаю трубку, это не значит, что у меня нет денег за газ. Я просто пошел заниматься своими делами, там, картошка... Тут тракторы. Ну, короче, пока. Перезвони. Алло. Алло, Казахстан, ты сейчас не занят? Ну, как сказать. А ты сейчас где? Где? В Караганде. Ха-ха, очень смешно. Ну, Россия! Перезвонишь. Свет пропал. Thank you.